Что касается Швеции и Финляндии, у нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. У нас нет ни территориальных вопросов, ни споров. У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Ну, хочется им, пожалуйста. Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких угроз для них. Теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам. Это же очевидная вещь. Они что, этого не понимают? Все было у нас хорошо. Но теперь будут какие-то напряжения, это очевидно, безусловно, так без этого невозможно. Повторяю, если это будут создаваться нам угрозы. А тезис о том, что вот мы боролись против расширения НАТО,